Всем привет, дорогие друзья, с вами Беттер, и мой конкурс, к сожалению, подошел к концу. Имена всех победителей вы можете увидеть под видео. И это будет, надеюсь, не последний мой конкурс. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий. Ну а сейчас, в данный момент, у нас достигнута на зимней охоте четвертая глобальная цель. И что же мы видим на данный момент? Во-первых, у нас лагают очень сильно задания, не засчитываются. Вот я, например, 13-е задание не могу выполнить уже сутки. Нету торговой площадки. Нету уникальных баба-скинов. Почему, я не понимаю. Торговой площадки даже анонса нету, страницы даже нет. Ничего про нее нету. Я молчу вообще о турнире. И я вам скажу, суть даже не в том, что там нас нагнули на бабки, там все дела. Просто это неуважение, потому что не пашет тупо зимняя охота. У кого-то она вообще не обновляется. Ни один уровень, ни одно задание. И на официальном сайте Warface был такой анонс, что каждый участник может заработать сотни призов. Что-то я не вижу то, что у меня сотни призов на аккаунте. Окей. Первое. Золотое оружие навсегда. Ну ладно, в золотых коробках да, можно его получить, но опять же, ты донать и получишь золотую коробку, а там будет лежать Desert Eagle золотой, либо какой-нибудь АВМ тебе в подарок дадут, которая нахрен не нужна никому. Второе, уникальное новогоднее оружие, блять, новогоднее оружие уникальное, его дают в игре каждый день, бонусы за каждое выполненное классовое личное задание. Ну да, это есть, я не спорю. Внешности для персонажей. Я видел только внешности на мужской тип, так сказать, и все. Женских я не видел. Их нету вообще. Как они выглядят, что с ними делать, и вообще, как их, с чем их кушают вообще, не знаю. Возможность продажи предметов за кредиты на торговой площадке. Как я говорил до этого, то, что торговой площадки даже нету вообще, страницы ее даже нету, понимаете, уже месяц почти, месяц зимняя охота идет, а торговой площадки так нет, пропала. Хорошо. Недоступные ранее камуфляжи для оружия. Вы серьезно думаете, что это камуфляжи? Что это скины? И их дают на какое-то, короче, говно, которое ни с кем, никто с ними не играет, с этими стволами, на какой-нибудь G36. Кому она нахрен нужна? Не понимаю. С ними никто не играет. Нормальный человек покупать даже не будет на него скин. Новички вообще не будут скины покупать, им это не надо. Окей. Постоянное оружие за кредиты, элитные пушки и прочее обмундирование. Постоянное оружие за кредиты. Постоянного я не вижу. Элитного тоже. Уникальные достижения и многое другое. Уникальные достижения. Есть такое дело. Но они фуфловые, они не сочетаются вообще друг с другом, понимаете? Ну и уже больше суток мы достигли четвертую глобальную цель, а у них даже нету новости ВКонтакте в странице в группе. Нет, я этого не понимаю. Люди платили, донатили, а у них ни хрена там не работает. Ничего, ни сервера, ничего не работает. Ничего не обновляется и вообще нету ни хрена, короче. И вот настал декабрь. И настал анонс этой зимней охоты. Люди поверили, люди реально думали, вот Майл нас порадует с Новый год какими-то подарками, на крутецкими, там золотое оружие, скины, там на стволы, на одежду, на игроков. А тут-то оказался хер. Они просто нас нагнули. Первый раз, когда ее открыли, и второй раз, когда сказали то, что надо копить боевые очки. Но до этого они это не говорили, что там будут боевые очки. В общем, друзья, покупать очки или нет, это уже дело ваше. А если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока, друзья.